Привет! Меня зовут Маша, и ты на моем канале. Давай познакомимся. Мне 35 лет. Я художник и сокольник. Сокольник – это тот человек, который тренирует и воспитывает хищных птиц. Это моя птичка, моя домашняя кошечка Флёр, сова Сипуха. Я думаю, что много видео ты увидишь именно с ней в кадре. Также у меня есть сокол Чиглок, огромный кот Мейкун и много-много всяких интересных занятий. Я живу сейчас в Ленинградской области, в Зеленоградске, у морюшка, правда, у Балтийского холодного, но оно тоже совершенно замечательное. И я жила в 13, по-моему, городах России, Белоруссии и Украины. И остановилась я пока что тут. Мне очень здесь нравится, и в дальнейших видео я обязательно расскажу, почему. Все-таки я художник, и мое видение немножко отличается от видения многих, кто сюда переехал, но я думаю, оно тоже будет тебе интересно. Также мы занимаемся различными проектами. Мы – это моя команда, с которой, я думаю, тоже потихонечку буду тебя знакомить, и тебе они тоже понравятся. Мы открыли несколько проектов по России с хищными птицами. Называть не буду, потому что у всех этих проектов есть одна маленькая проблема. Их хозяева не мы, хоть они клевые, крутые и так далее. Поэтому я думаю, что тебе будет интереснее узнать о нашем проекте, который мы будем запускать в ближайшие годы. И я обязательно в следующих видео расскажу все поподробнее. Так, что еще интересного я могу рассказать? Я уже 7 лет хожу с дредами. Если тебе интересно, как, что, воняет ли, заводится ли вши, надо ли мыть голову, я тоже обязательно все расскажу. Напиши об этом внизу в комментариях и задавай свои вопросы. Пока-пока.